Добрый день, толстовки флис по очень комфортной цене. У них и так цена комфортная, а с учетом наших новогодних или после новогодних скидок она становится просто волшебной. А флис для нашего региона — это всесезонный товар, который носят и зимой, и летом. Плюс, причем они мужские и женские, среди них есть и очень приличные, и есть те, которые на работу. Они, конечно, требуют небольшой доработки. Но, знаете, когда такая стоимость за единицу, это кажется пустяком. Тут найдут для себя ваши клиенты любые. То есть кто-то для дома возьмет, кто-то для сада возьмет, кто-то возьмет вот на работу. Вот, например, как эта курточка для сельской местности. Это просто какая-то находка. Она же легкая, удобная, ее гладить не надо, она сохнет быстро. Так же, как вот эта, при этом она еще и теплая. Здесь мужских, женских курток, ну, скажем так, наверное, все-таки женских чуть-чуть побольше. Но мужские тоже есть. Видите, они с замками все, термосы. Есть и молодежный вариант. В этом, кстати, мешке попадается достаточно много молодежного варианта. Они мешок на мешок не похожи, но все равно. Вот классная кофта. Есть потоньше, есть потолще, что-то, вот молодежный вариант, что-то для работы подойдет, что-то для дома. Вот тоже молодежный вариант. Вот в этом мешке почему-то много таких вот молодежных вариантов. Вот куртка мужская, прекрасная. Вот смотрите, да, какая, вот у нее какие рукава. Еще такой же капюшон хлопковый. А это, посмотрите, да. The North Face, один из самых модных у молодежи брендов на данный момент и востребованных. Плюшевая. А подробности об этом лоте вы сможете узнать, нажав на название. Вас приятно удивит стоимость одной единицы. Я не проговариваю размеры. Вот это, например, М-ка. Ну, не знаю, почему-то так начало. Я рассчитываю на ваш профессионализм, что на столе будет хорошо видно, какие. Это эска, который поменьше, который побольше. XL. Вот, например, у этой, да, есть какие-то пятнышки. Вот они, знаете, на что похожи? Либо на клей, либо на краску. Вот. Они не сказать, что делают эту вещь неносибельной, да. Учитывая ее себестоимость, для работы это шикарная штука. У нее нет капюшона, то есть под жилетку прям. Итак, подробности об этом лоте читайте под названием. Спасибо!